Толком даже не разобрались. Украинские журналисты опубликовали в эфире двойной фейк. Они показали кадры падения российского вертолета Ми-28 и сразу же приписали ЧП к событиям спецоперации. Также они обратили внимание на скандальный разговор пилота и диспетчера. Вот как это прозвучало в эфире. Вертушка пошла. Алло, диспетчер, мы падаем, падаем, что? Вычеркиваем. Понял, вычеркиваем. А теперь, как все было на самом деле. Ролик просто качественный монтаж. Видео с падением вертолета от 2015 года. ЧП произошло на полигоне Дубровичи в Рязанской области. С военной спецоперацией событие никак не связано. Аудиосопровождение вообще из другого ролика. Диалог диспетчера и пилота пользователи интернета узнали с первой же секунды. Это озвучка известного стримера Глада Валакаса. В одном из своих роликов он играл в авиасимуляторы. И там как раз и звучали его фразы. Понял? Вычеркиваем. Блогер уже шутит под фейковым роликом с падением Ми-28 и пишет «все под контролем». А следом пошли тысячи комментариев, в которых фанаты Валакаса высмеивали украинских журналистов. В основном за то, что они совершенно не проверяют информацию и клепают фейки.